Еще одно чудесное утро. Здравствуйте, мои дорогие. Петухи поют, птички поют. Уже, правда, 9 часов. Я-то в 5 встаю. Уже машины гоняют. Вот я хочу вам показать. У меня расцветает. Видите, это я работаю. Смотрите, лаванда расцветает. А на лаванде любовь у насекомых. Ну а так все как надо. Белье сохнет, розы цветут. Ой, желтый куст я уже и устала обрезать. Вчера только обрезала. Уже опять обрезать надо. После черного не можем остановиться. Все короче и короче. Слушай, да, белая прям голова, ты загорает. А загорит. Сейчас сделаем стиляжную стрижку. Ой, странно смотрится, слушай, ну, сама вся загорелая, а там белая. Все загорит, буквально там через 3 дня. Ты сама знаешь, как я загораю. Ну, сейчас мы это все убираем. Завтра опять мне будут показывать у виска, что я вот это. Да пусть показывает. Да, Чернуша, скажи, я вон лежу весь обстриженный и ничего. Я вообще кайфую. Ну, Ирина Александровна, комментарии вам обеспечены. Всякие разные. Я знаю. Но больше будет негативных. Я так думаю. Они креативных, да? Да, они креативных. Ну, а что делать? Скажет, дура, бабка, что делает? Третий пошел. Ровненько голову сюда сделала. Гришаня, что голова не держится? Держи голову. Жарко, жарко, жарко. Стрижки длинные у вас. На улице жарища такая. Не волос такой прикольный. Угу. Блондин. Да. И мне кольцо вот такое же. Ну, Аня-то крашеная. Ну, у меня лучше. Ты так-то русая, да, Ань? Угу. Как я. Смотри вперед.
бабушка. Что, милый? Такие розочки тоже. Дуньи. Вот эти-то простенькие. А есть у меня получше. Вот эти мне очень нравятся. Такие как бархатные. Маки уже отцветают. Ой, только косили тут траву недавно. Все заросло. Подсолнухи в маках и в траве. Тоже надо обрезать. Инжир вон какой уже. А сегодня только 1 июня. Ой, с днем защиты детей. Всех детей и их родителей. Жизнь кипит, насекомые прям летают, летают. Вот жду, жду, никак не распустятся цветочки на гранате. Что-то в этом году меньше гораздо, чем в прошлом было цветов. Видите, помидорчик висит уже. Сливы на голову падают. Ой, опять будет тонна, как позапрошлом году. Беда-то в том, что я не люблю сливы. Ну, как не люблю, у меня кислотность повышенная, и они для меня в любом виде кислые. А их, представляете, дерево старое и все увешанное. Вон на земле подметаем, они опять падают. Огурчики уже висят маленькие. В общем, красота. Вот еще забыла, вот такие розы распускаются. А это, мои дорогие, виноград. У меня тут такая типа арки, только она от тяжести согнулась. Виноград. Ну что, у нас один маршрут теперь практически. Море, магазин, учительница Наталья Николаевна, ну и аптека с почтой. Мы пошли вперед, я за ними. Ну что, завтра у нас приезжает Дима. Те, кто меня смотрят постоянно, он в прошлом году ко мне приезжал. Сын моего друга, правда. С другом мы уже давно не общаемся. Они уехали в Калининград. А Димка ко мне приезжает. А я его люблю, чего он у меня на глазах вырос.
моложе моей Сашки на 3 дня. С 1 числа Костя прилетит за мальчишками. Так что у нас только прибавляется. О! Какой-то рынок новый построили. Ну, еще что-то там пусто. Немножко что-то открылось. Да, лето на юге — сумасшедшее время для проживающих тут. Ладно, у меня хоть 2 дома, а люди вон в двухкомнатных квартирках с семьей еще по 6-8 человек гостей приезжает. Ну что, сезон, можно сказать, открыт. Людей прямо вроде побольше стало. Сейчас посмотрим, что там на пляже. А что-то не очень. Там какой-то концерт сегодня должен быть. Через Дня защиты детей. Все туда, что ли, ушли? Ну, вот аттракционы открылись сегодня. Ничего себе! Пошли, это стоит сзади. Она мне показала, что капает, и я... Девочки красоту какую делают. Да, стараемся. Закрывай глаза. Вот сюда встаю. И подсказывать нужно громко, громко, громко. Итак, готовы участвовать в этой машинке? Готовы участники подсказывать? Да. Тогда 3, 2, 1, поехали! Подсказывай. Громче крики, куда ему туда? Два, два, три, все. Молодец! Аплодисменты! Молодец!
День защиты детей. Продолжение следует...